В одном из ранних видео, где я подробно объяснял модель поведения персонажа инвизников Heroes of the Storm, я не забыл упомянуть, что считаю такое положение дел абсолютно нечестным. И действительно, контрмера из разряда «внимательно смотри за прозрачными силуэтами невидимых ублюдков» в контексте игры, где тимфайты проходят каждую минуту, такое себе развлечение, а персонажей с просветом катастрофически мало. Blizzard решили креативно подойти к решению этой проблемы, сместив акцент усложненной жизни от пребывания инвизника на карте в сторону самих невидимок. Потому что теперь невидимки, внимание, не невидимые. Теперь в движении каждый инвизник является собой достаточно отчетливый силуэт, из-за которого теперь довольно тяжело устраивать внезапные засады. Однако взамен они получили кое-какие приятные бонусы, но об этом позже. Темный прилад Зератул в концепцию этих изменений вписался достаточно прочно, потому что до появления Валира он был практически единственным мили-инвизником, который мог серьезно испортить вам жизнь. Что, кстати, совершенно не вписывается в образ персонажа по его родной вселенной, в которой он как раз-таки всем помогает. Пассивка героя позволяет ему перемещаться в состоянии постоянной маскировки. Таковая сбивается только в момент активации маунта, атаки, ну или если вас раскрыли какой-нибудь ОУЕшкой. Первый из указанных бонусов от новых инвизников заключается в том, что постояв на одном месте какое-то время, их силуэт исчезает насовсем с карты и с поля зрения, что дает им лучше скоординировать план атаки из какой-нибудь засады, например, из кустов. Но вы должны понимать, что в момент движения ваш силуэт снова становится видимым. Другим дополнительным бонусом стало добавление еще одной активной способности. Для Зератула таковая имеет название «Карающий клинок», позволяет ему при нажатии переместиться к любой живой цели, которой он коснулся с помощью автоатаки. Умение работает на ограниченное расстояние, пользоваться ей нужно с умом. Способность на Кью – рассекающий удар. Основной атакующий навык героя, который позволяет ему атаковать группы целей в небольшой области перед собой. Используется для нанесения большого количества урона одному противнику или же для сильного разномага врагам, которые стоят в тесной кучке рядом друг с другом. Навык на W – сингулярный шип. Зератул отправляет шип выбранного противника, и тот при попадании после короткой паузы наносит урон и ненадолго замедляет врага. А потому используется для того, чтобы догонять свою жертву, либо же наоборот, чтобы избавить обороты навязчивому преследователю. Умение на Е – скачок. Позволяет персонажу безопасно телепортироваться на короткое расстояние. До появления такого героя, как Феникс, способность была самым ультимативным эскейпом. И действительно, ведь она применяется, не нарушая постоянную маскировку. Поэтому, помимо очевидного побега, умение позволяет наоборот настигать убегающих противников, особенно тех, кто уже слил свой эскейп или же вообще не наделен им. Первая героическая способность – мощь неразимов. Зератул получает возможность ни много ни мало повторить любую другую свою базовую способность в зависимости от того, какая была использована последней. В основном используется при двух возможных сценариях. Чтобы повторить рассекающий удар и нанести таким образом еще больше урона, или же чтобы повторить телепортацию, чтобы совершить двойной скачок в любую сторону. Также умение пассивно увеличивает урон героя от автоатак, если он применяет их последовательно после использования других базовых навыков. Вторая героическая способность – Узы Пустоты. Протос ставит небольшой прозрачный купол, в котором замирает время для всех, кто в нем оказался, включая союзников. Причем остановка времени – это не аллегория, кулдауны способности героев замирают вместе с ними самими. Ульта применяется как универсальный сейф от назойливых чуваков или же для грамотного отрезания противника от группы для последующего фокуса. Главное, чтобы в этот стеклянный купол союзники нечаянно не наступили. Крайне не рекомендуется использовать ульту по КД в толпу, особенно когда ваши друзья уже начали использовать свои. Тогда вы просто спасете шкуры вашим противникам, а старания союзников будут совершенно напрасны. Пути развития Зератула напрямую отталкиваются от наиболее предпочтительных для каждого игрока способностей, но тем не менее, любая прокачка персонажа имеет под собой выбор тактики типа «бей и беги». Фактически она была таковой и до инвизных изменений, но после их введения стала максимально актуальной. Главная цель Зератула сейчас – доставить как можно больше головной боли одному или нескольким противникам, чтобы затем беззаботно свалить из замеса и перейти в спасительный инвиз. В отличие от дуэлянта Валира, снайпера Нова и любителя клонировать себя Самура, Зератул не обладает высоким потенциалом в битве один на один и хорошо может справляться только со слабыми саппортами или же крайне хрупкими в ближнем бою магами. Практически с любым фолловым милишником, в том числе и с танками, Зератул нещадно проигрывает один на один при продолжительном бое. Именно поэтому основная тактика будет примерно следующей. Перемещайтесь на линию, где вас никто не ждет. Если цель занята осадой или замесом, подходите пешком. Если вас могут обнаружить раньше, то лучше подойти с помощью скачка. Затем начинайте атаку рассекающим ударом, бейте автоатаками, пока это возможно. Противник сильнее, начинайте отступать с помощью шипа или откатить
прекратившейся телепортации. Сильнее вы догоняете с помощью того же шипа или скачка. Не забывайте про единичку, чтобы настигнуть цель, которая вот-вот спасется. Также Зарат лучше всех остальных инвизников подходит для атаки скоплений противника, и тогда будет достаточно просто один раз хорошо пройти своим клинком по их тушкам. А если они и так раздамажены, то вполне возможно ваше своевременное вмешательство поможет вам одержать победу в этом размене. Выбор ульты особо не принципиален и, скорее всего, в большей степени зависит конкретно от вашей уверенности. Если враги имеют много героев, которые могут сильно испортить вам жизнь или вашей команде, то узы пустоты смогут на короткое время нивелировать их старания. Если же вы считаете себя слишком крутым для читерской остановки времени, то можете развить свой дамажащий потенциал с помощью мощи неразимов. Главное — последовательность применяемых навыков при этом не путать. Надеюсь, данный гайд был полезен для вас, ну и с возвращением меня, кстати, тоже. Благодарю вас за просмотр, с вами был Мудрёж, живите долго и процветайте. Вперед! Покажи им! Отличный бой! Двойное, тройное убийство! Вперед! Покажи им! Прекрасность цинизма! Двойное убийство! Тройное убийство! Отличный бой! Быстро порвется нить твоей судьбы! Двойное убийство! Никто не убирает! Двойное убийство! Еще один фраг я не успел сделать. Вот за что, блин? То, что на один раз меньше умер, чем я. Да в смысле? Я вообще офигенный был. Ты посмотри на это количество киллов, на это количество содействий. Это вообще как? Да не заслуживает он ни хрена, блин, Рагнароса лайкнул. Уродство, черт возьми.